Макс, расскажи, как вы играете сейчас? Ну, мы вышли в одну четвертую, может быть, боролись за первое четвертое место, вот, провели первую игру со спутником, проиграли 1-2. Не знаю, как-то игра не задалась, не могли выйти толком из обороны. Вот до нападающих мячиков не доходил. Вот, забили первый, потом пропустили, да. Не очень недоволен своей игрой против спутника. Для всех неожиданностью было, что за первое и четвертое место сейчас будете бороться. За счет чего удалось выйти? Ну, тренировки. Вот, я думаю, много тренировались, для этого вышли. Сила воли, то есть... Поставили задачу, мы ее выполнили, а сейчас поставили задачу занять первое место. Пока что неудачно идет выполнение. С кем сложнее сейчас будет, со Спартаком 2 или со сменой? Да я думаю, сложнее ни с кем не будет, соперники все равные. Я думаю, мы самые сильные, то есть самый сильный год, самая сильная школа. Против таких команд мы должны только побеждать. Что вам нужно в игре изменить, чтобы удачного результата в этих играх добиться? Именно в 2002 году? Да. Я думаю, укрепить защиту, вот, чтобы было легче выходить, что мы сейчас и делаем на тренировках. Квадраты, 3-2 с перебеганием. Увеличиваем скорость, и я думаю, все получится. Новые игроки приходят в команду. Кто влился из них, кто выделяется, что скажешь вообще? Я не знаю, новые приходят, не приходят. Вот, новенький Макс Путин пришел, но уже можно сказать, что он старенький, то есть отыграл много игр за нас. Забивает уже. С ним более-менее сыгрались. Вот. Так, я думаю, все новенькие хороши. Как к конкуренции относишься? Люблю конкуренцию, потому что ты должен бороться за место в составе. Каждый раз борьба. То есть ты этим прогрессируешь. То есть, так. Сейчас есть соглашение с европейскими командами. Что скажешь про это? Да, очень рад, чтобы сказали, чтобы попасть в европейские клубы, надо быть лучшим. Вот стараюсь, тренируюсь, хочу попасть в европейские клубы. Чем надо быть сильнее европейских игроков, чтобы тебя заметили? Ну, я думаю, у меня есть, наверное, сроду техника, скорость, я должен этим пользоваться. Вот тренироваться, переехал в Москву, вот, то есть не пропуская ни тренировки. То есть тренируюсь, пытаюсь быть лучшим. Братья Григоряны сейчас в Ригу уехали. Как думаешь, зацепятся они? Ну да, что-то есть там. Вот. Помогут. Со мной связался мальчик из Риги. То есть говорит, что приехали братья, помогают. Хорошо влились в состав. Буду следить. Сам что ждешь от двух игр? Ну, я думаю, что 2002 год должен одержать две победы, так как со спутником что-то не получилось, должны исправиться. Ну и школа должна выиграть, чтобы занять хотя бы третье, может, место.